Фантомные поездки, списание с банковских карт якобы за проезд в транспорте вчера и сегодня обнаружили сотни жителей Чебоксар. Платежи уходили в единую транспортную компанию. Причем суммы списания у разных людей разные. С кого-то сняли 18 рублей, с кого-то 19. Такие цены на проезд были в Чебоксарах еще летом этого года. Связано это с техническим сбоем во время сверки расчетов за июль, пояснили в ЕТК. Мы выяснили, что было множество поездок, которые вообще не списаны были, не оплачены. Пытались исправить это. Поездки за июль были. Но в процессинговом центре возникла ошибка. Это привело к некоторому количеству задвоенных списаний, так называемых, то есть, которые уже ранее были оплачены. В настоящее время ситуация исправлена. То есть банк возвращает средства. Говорят, на все про все где-то 3 дня уйдет. Ну, я точно знаю, что уже какие-то люди получили средства, уже там, ночью начались возвраты. Так что вот если у вас что-то снялось, просто подождите, средства вернутся. Возврат идет автоматически. Если все же средства не вернутся, придется лично обратиться в ЕТК для детального разбора ситуации. Кстати, проверить свои поездки можно в личном кабинете пассажира.